Мы с моей маленькой дочкой Викулей в настоящее время читаем детскую книжку «Сказки-вкусняшки». И эта книга для нее очень полезна. История в ней забавная и в некоторой степени поучительная. О пользе овощей, вреде быстрой еды, об умении делиться едой, в том числе с другими, имеется в виду и животными, и с людьми. И, честно говоря, читая эту книгу, даже у меня, у взрослого человека, разыгрывается аппетит. Книга – это, несомненно, богатство и кладезь знаний для наших детей. Детей надо к ним приучать с самого раннего детства. И книги помогают нашим детям развиваться быстрее, положительно влияют на умственные способности детей, а также положительно влияют и играют роль во многих аспектах жизни наших маленьких любимых детишек.